Теперь давайте возьмем с вами несколько разговорных фраз, которые очень часто используются с глаголом. То, что вы слышите, произносит «gotta», «gotta». Это «got to». И даже видите, что так пишут. Но это неграмотно. Где-то пишут в рекламе, в титрах, в субтитрах, чтобы показать, как люди говорят, чтобы сократить это. Но если вы сдаете какой-то экзамен, пишите письмо, почту, избегайте такого написания, это ошибка. На письме мы пишем have to или have got to, что сокращается до got to в разговорной речи, опускается have, еще больше сокращается при быстрой речи, получается gotta, gotta. Вот давайте мы с вами послушаем несколько сюжетов, и вы мне скажете, что вы из этого поняли. I've got to go back in there. We've got to tell him. Tell him what? We've got to tell him. I've got to make the call. I've got to go in the other room and thank you, Mr. President. Кто из вас что понял? Ну, давайте разберем. Первый сюжет. I got to get back. I got to get back. Мне надо вернуться назад. Надо вернуться. We got an answer, right? Ответ у нас уже есть, да? I've got to get back in there. Мне надо туда вернуться. In there – разговорная речь. Туда. Он вышел из одного, вышел с одного совещания, зашел на другое, поговорили, ему надо туда вернуться. I've got to get back in there. Потому что это какое-то помещение. So, repeat after me. Повторите за мной. I got to get back. I got to get back. We got an answer, right? I've got to get back in there. I've got to get back in there. Next. We've got to tell them. We've got to tell them. We've got to tell them. Tell them what? Что им сказать? Сказать что? Что сказать? We've got to tell them. И в устной речи при быстром темпе проглатывается первый звук. Получается tell him или tell them. Tell him what? We've got to tell them. Next one. И поэтому, уча английский по учебникам, на курсах, с учителями. В итоге, когда вы слышите живую речь, вы ее не понимаете. Еще две фразы. I've got to make the call. Мне надо позвонить. I've got to make the call. The call. Они уже знают, о каком звонке идет речь, поэтому он идет с определенным артиклем. I've got to make the call. Если бы это был какой-то звонок, там звонок, а не уйти куда-то мне надо. I've got to make a call. Но здесь конкретный, по сюжету понятно, о чем идет речь. I've got to make the call. I've got to go in the other room. Мне надо пойти в другую комнату. I've got to go in the other room. Got to go. Так, давайте мы с вами теперь посмотрим уже с титрами. Listen, I gotta get back. We've got an answer, right? I've got to get back in there. I've got to go back in there. We've got to tell him. Tell him what? We've got to tell him. I got to make the call. I've got to go in the other room and thank you, Mr. President. Неужели все говорят так быстро? Слова проглатываются. Ничего не поняла, Лина. Лина, не паникуйте. Это совсем не быстро, честное слово. Вы не представляете, что такое быстро. Я своих студентов учу с медленных образцов и довожу до нормальной разговорной скорости, чтобы вы и понимали, и говорили. В противном случае вы не английский язык учите. Окей, идем дальше.